Через несколько дней произойдет историческое событие. В Украине произойдут выборы президента. Произойдут выборы мэра столицы города Киева. Последняя неделя, к большому сожалению, по традициям Украины, очень нечестно и нечистоплотно. Очень много провокаций, фальшивой информации. И в том же самом сенсе обливания грязью своих оппонентов. Сегодня делаются провокации, раздаются деньги от имени той или иной политической силы, также от имени политической силы «Удар». Я обращаюсь к вам, к избирателям. Мы никогда не использовали этих технологий. Мы никогда не покупали избирателей ни за гречку, ни за сахар, ни за какие-то благи, не раздавая деньги. Если кто-то что-то обещает, это не более чем провокация, которая ни в коем случае не связана с нашей политической силой.